вдохнули в здание новую жизнь, поделился с нашей съемочной группой директор Ульяновского театра «Кукол». Поспорить с этим сложно. За 2 года ремонтных работ полностью обновили материально-техническую базу театра. Масштабная модернизация началась в 2019 году благодаря выделенным федеральным средствам в рамках национального проекта «Культура», утвержденного президентом России Владимиром Путиным, и средствами из бюджета Ульяновской области. Обновление проводилось в 2 этапа. Первый этап мы реконструировали, восстановили, вернее, старую часть нашего здания, которая была построена в 1908 году. И в 2020 году мы осуществили ремонт здания, которое было пристроено к старому зданию в 2000 году. На ремонтные работы исторической части театра было выделено 26 миллионов рублей. Это позволило обновить гидроизоляцию фундамента, провести кровельные работы, установить пластиковые окна, заменить паркет в фойе 2-го этажа, а также отремонтировать фасад здания и установить новое световое оборудование. В 2020 году обновление Ульяновского театра «Кукол» продолжилось. И было очень приятно, когда в прошлом году Министерство культуры Российской Федерации поддержало нашу заявку на продолжение и завершение ремонтных работ здания, которое было пристроено в начале 2000-х годов. И мы смогли чуть более чем на 27 миллионов рублей завершить вопрос ремонтно-реставрационных работ комплексно. Наряду с косметическим ремонтом, установкой нового теплового узла и системы воздуховодов обновлена техническая база театра. Так появилась современная студия звукозаписи для озвучки спектаклей. Технологические возможности, которые мы получили, они уже позволяют не только мечтать о чем-то интересном, более интересном, но и уже воплотить это в жизнь. Поэтому вот эти инновации мы сейчас уже вводим в спектакли текущего репертуара. И более того, естественно, мы их используем при постановке новых спектаклей. Сцена большого зала – новая гордость актеров. Старый каркас был демонтирован и собран вновь из деревянного бруса, тем самым исключив деформацию поверхности и обеспечив устойчивость к максимальным нагрузкам. Внимание, которое именно власти региона, а лично губернатор, оказывает профессиональному театральному сообществу, очень выбивается, скажем так, из картины всей театральной России, потому что те инициативы, те идеи, которые выдвигаются и театрами, и театральным сообществом, и отделением Союза, и лично Сергеем Ивановичем, они поддержаны, реализованы, финансово имеют поддержку. На протяжении ремонта показ спектакля не останавливался. Коррективы были внесены лишь в количество зрителей. В планах на 2021 год начать работу в формате онлайн. Александра Никитина, Юрий Ломатов. Новости Ул-Правда ТВ.